После выездных нулей с Днепропетровским Днепром металлист вновь предстанет перед родными болельщиками. В субботу на главной спортивной арене города «Желто-синие» проведут очередной поединок премьер-лиги против последней команды турнирной таблицы «Львовских Карпат». Несмотря на то, что побед в этом году подопечные Игоря Явичевича пока не имеют, все же две ничьи в свой актив уже записали. К тому же замыкают таблицу львовяне не по спортивным показателям. Два осенних решения КДК ФФУ сняли с них 9 турнирных баллов. Для металлиста победа в субботнем матче очень важна. Подопечные Игоря Рахаева на данный момент ведут борьбу за четвертую позицию с «Зарей», отставая от луганчан на 3 очка и имея игру в запасе. В такой ситуации любая потеря турнирных баллов может оказаться фатальной. Отсюда и необходимость побеждать в каждом отдельно взятом матче. В поединке первого круга во Львове нашей команде не хватило каких-то 10 секунд, дабы увести в Харьков полноценных 3 очка. Супернапряженный матч, в котором металлист сначала вел в счете 2-0, а когда хозяева паритет восстановили, забил и третий мяч, все же закончился ничьей 3-3. В составе хозяев голами отметились Олег Голодюк, Денис Кожанов и Грегор Балажец. В составе гостей Сергей Болбот, Клейтон Хавьер и Жажа Коэльо. Матч основных составов металлиста и Карпат начнется в субботу, 18 апреля в 14:00. В пятницу уже на искусственном поле базы желто-синих в поселке Высокий сыграют молодежные составы клубов. Начало в час дня.